Сегодня стало известно, что Наталья Юдина уходит с должности проректора ВЛГУ по международной деятельности. Заявление об увольнении она подала на прошлой неделе. Пока оно не подписано, но это, скорее всего, произойдет в ближайшее время. Новым местом работы Юдиной будет Владимирский филиал финансового университета при правительстве России. Она должна его возглавить. Свой уход она считает повышением. Напомним, что Наталья Юдина последние 2 года возглавляла в нашей области общественную палату.